Мечи выступили против строительства мечети «Сердце Сибири». Правда, с таким протестом жители Левого берега почему-то опоздали почти на год. Участок, на котором должен был появиться крупнейший за Уралом мусульманский храм, расположен напротив Икеи. Он был согласован со властями, однако теперь выделять территорию под застройку отказываются. Почему, расскажет Тахмина Тынысова. Вот эта свая, которую забила по заданию горпроекта, какие почвы здесь определили длину свай для под строительство мечети. Работа над проектом возведения культового сооружения уже идет. Определены технические характеристики здания. Площадь, оформлен кадастровый паспорт участка. За 2,5 года, по словам представителя духовного управления мусульман Магажана Жаварова, сделано многое. Размежевана территория, пройдены все необходимые процедуры для получения муниципальной земли, в том числе публичные слушания. Это мечеть многофункциональная. Значит, там будет 2 класса больших. По 50 человек для обучения. Значит, конференц-зал для встреч разного рода. Столовая большая. Обряды никах – это бракосочетание. Потом, значит, именно речение для маленьких детей. Это все в этом зале, комнаты специально будут назначены. «Сердце Сибири» – именно так должна была называться мечеть. Поиски участка под объект начались еще в 2014 году. По словам заместителя муфтия, территория около Икеи была согласована с мэром и губернатором. В 2016 году зону из общественно-деловой перевели под культовые объекты. Однако в 2017 внезапно появились противники возведения храма. Известный омский строитель и депутат Законодательного собрания Омской области Валерий Кокорин якобы на основании возмущения жителей поселка Чукреевка выступил с предложением не выделять участок и вернуть территории прежний статус. На публичных слушаниях по этому вопросу был аншлаг. На нашей улице нет ни в одном доме, ни в одной семье не проживают мусульмане. Здесь проживают немцы, русские, украинцы. Насколько известно, основное население, вот как уже говорилось, мусульман, возможно, проживает в Старом Кировске. Может быть, поэтому целесообразнее будет построить ее где-то в той стороне. Игнорируя то, что рядом уже находятся несколько крупных торговых центров, а перевод статуса земли позволит в будущем появиться еще одному, по словам выступающих, именно мечеть станет причиной транспортного коллапса. Впрочем, как выяснилось, не все жители Чукреевки выступают за разделение города на национальные автономные округа. Вы знаете о том, что вот на том участке хотят построить мечеть? Вот как вы к этому относитесь? Да нам все равно, пусть строят. Лучше мечеть, чем помойка. Вам предложили выбрать между мечетью и, например, каким-нибудь торговым комплексом. Что бы вы выбрали? Ну, я думаю, так как у нас торговый комплекс рядом, Мега, Икея и все остальное, лучше пусть не мечеть. Потому что национальностей много, вер много. Почему бы и нет? Вот как вы относитесь к тому, что за вашим домом, возможно, построят мечеть? Положительно. Почему? Там же грязь какая. Там собаки, там невозможно даже вот в Ашан пройти, в Мегу. Лишь бы облагородили вот это всю территорию. Облагородя территорию при строительстве мечети или очередного торгового центра, а может этот участок так и останется бесхозным и превратится в свалку, теперь предстоит решать мэру Омска Вячеславу Двораковскому, либо будущему градоначальнику. Тахмина Тынысова, Алексей Попов. Новости здесь, Омск.